Оленеводы Якутии бьют тревогу в связи с травлей оленей волками. Они считают, что необходимо вернуться к практике использования яда в борьбе с хищниками. Только за прошлый год в республике волки загрызли 9 тысяч оленей. Особенно трудно приходится оленеводам в горно-таежной местности. Там, где непроходимые участки позволяют волкам с легкостью уходить от преследования. И если яд не вернуть, многие оленеводы уверены, что в ближайшем будущем они могут остаться без поголовья. Об этом говорили на втором съезде Союза общин коренных малочисленных народов Севера. Вертолет тоже слишком дорогой. Этот. И с этой проблемой хорошо было бы насчет яда решить. Капкан тоже сильно много не поймаешь на капкане. Мы можем остаться без парнокопытных. Это очень большая проблема. Ни сахатых, ни баранов, никого не будет. Если не достучимся до правительства, чтобы они нам помогли.